Сегодня 93-ю годовщину со дня образования отмечают воздушно-десантные войска России. Свою историю крылатая пехота ведет с 1930 года. Десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества. Сегодня торжественный митинг в Сарапуле состоялся на площади Мужества, где традиционно встречаются боевые товарищи. На праздник приходят семьями, с женами и детьми в голубых беретах и ярких тельняшках. Я служил в 2016 году в городе Рязань, в Рязанском военном воздушно-десантном командном училище. Как проходила ваша служба? Очень интересно, организованно, замечательно. Из года в год на митинги собираются десантники. Праздник как добрая традиция и дань памяти. Служба в армии осталась далеко за плечами, но мужчины с гордостью рассказывают о десантных войсках и армейской дружбе, прыжках с парашютом и военной технике. Ну, товарищество было всегда на высшем уровне у нас. Все друг за друга были. Никогда никаких плохих воспоминаний вообще никаких нет у меня. Считаете, нужны, важны такие мероприятия? Обязательно. Конечно. Это привитие патриотизма, как бы по памяти о погибших воинах. То есть, ну, почтить память обязательно нужно. Впечатление потрясающее. Прыжки с парашютом. Вот. БМП, гаубица Д-30, стрельба, бег. Тактика, инженерная подготовка, все было. Множество поздравлений и заслуженных наград получили ветераны военной службы. Патриотические песни и слова благодарности прозвучали в честь тех, кто уже отслужил, и тем, кто стоит на страже безопасности до сих пор. Поздравил всех присутствующих Дмитрий Кочетов, заместитель главы города по административным вопросам. Вы первыми стоите на обороне и на рубежах защиты нашей Родины. Искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, за ваше служение обществу, за ваше служение отчизне и низкий поклон. Десантники, как и другие войска российской армии, отстаивают независимость нашего государства, проявляя мужество, с честью выполняя самые сложные и ответственные задачи, показывая пример истинного патриотизма. Сегодня все десантники крепко жмут друг другу руки и поддерживают тех, кто на передовой. Всех поздравляю. Кто служит, служил и будет еще служить. Всем мирного неба над головой. Поздравляю всех, кто причастен ВДВ. За вас, пацаны. Спасибо. Всех с днем ВДВ. Всем мирного неба над головой и крепкого десантного здоровья. Память тех, кого уже нет, присутствующие почтили минуты молчания и возложением цветов.